«Россия – щедрая душа». Известный слоган полностью отражает результат свежего социологического исследования. Оказывается, в третьем квартале этого года россияне сделали пожертвований на 27% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Средняя сумма платежа выросла на 19% до 300 рублей. Такую статистику приводит один из банков. Больше всего благотворительных переводов идут в фонды, которые занимаются проблемами детей, тяжело больных взрослых, пожилых людей. Ну а мы решили спросить у кировчан, какое пожертвование они бы сделали, и запустили опрос в группе «Девятка ТВ Киров» ВКонтакте. Озвучу самые популярные ответы. 45% респондентов готовы помочь животным, 13% тяжело больным людям, 7,5% готовы материально поддержать пенсионеров. Другие мнения в рубрике «Мобильный опрос». Если бы у вас были лишние деньги, на какие бы благотворительные цели вы их потратили? На детские дома. А почему именно им? Потому что дети – наше будущее. Приют для животных, детские дома и фонд борьбы с какими-нибудь неизлечимыми болезнями. А почему именно на эти цели? Я считаю, что очень большая проблема в этом плане – не хватает финансирования от государства. Если бы у вас были лишние деньги, на какие бы благотворительные цели вы их потратили? Фонд благотворительный за Вятку. Я потрачу деньги детям, которые живут без родителей в детдоме. Ага, а почему именно им? Ну, помощь им такая. Ну, детям. Детям? А в детский дом вы имеете в виду? Ну, или детям детский дом, или с особенностями развития. Помощь заболеваниям, людям. Ну, наверное, в детский дом. Ага, а почему именно в детский дом? Ну, это, наверное, самое гуманное.